Добрый день. Мы начнем с заявлений генерального секретаря и президента, а потом у нас будет время для нескольких вопросов. Господин генеральный секретарь, президент Алиев, приветствую вас снова в штаб-квартире НАТО. Очень рад вас снова видеть. Это уже второй раз, когда мы встречаемся в новом здании, но в прошлый раз мы проводили двустороннюю встречу, и она проходила в старом здании. Мы только что провели очень конструктивное обсуждение, а теперь вы примете участие в совещании Совета Североатлантического Союза со всеми 30 союзниками. Это демонстрирует важность диалога и взаимопонимания в партнерстве НАТО с Азербайджаном. Наше сотрудничество является прочным в течение многих лет. Сегодня оно охватывает многие направления, от развития потенциала до энергетической безопасности. Союзники по НАТО также оказали вам помощь при утилизации устаревших мин и боеприпасов, оставшихся со времен Советской Армии. Мы обсудили сегодня, что еще мы можем сделать вместе. Азербайджан сыграл важную роль в обеспечении нашей закончившейся миссии в Афганистане. И азербайджанские военнослужащие сыграли важную роль при обеспечении безопасности в Кабульском аэропорту во время эвакуации этим летом. Союзники по НАТО смогли перевести по воздуху более 120 тысяч человек, обеспечить их безопасность в течение нескольких дней. Поэтому благодарю вас за все приложенные усилия и поддержку. Безопасность и стабильность на Южном Кавказе является важной для всех нас. Необходимо обеспечить мирное будущее для всех народов. Мы поддерживаем нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией. Обе страны являются ценными партнерами НАТО. Президент Алиев, позвольте мне еще раз поблагодарить вас за приезд в штаб-квартиру НАТО. Я надеюсь, что продолжится наша совместная работа для углубления сотрудничества между НАТО и Азербайджаном. Пожалуйста, вам слово. Еще раз приветствую вас. Благодарю вас, господин генеральный секретарь. Прежде всего, спасибо за приглашение посетить штаб-квартиру. Для меня это большая честь снова оказаться здесь. Как вы уже сказали, это второй раз, когда я оказываюсь в этом здании, но это уже 7-й визит в штаб-квартиру НАТО. И это как раз демонстрирует динамизм отношений и сотрудничества. Спасибо за ваши слова о нашем вкладе в миссию «Решительная поддержка». Азербайджан показал, что он надежный партнер НАТО. Мы начали наши миротворческие обязанности в 2002 году в Афганистане, а в конце августа этого года азербайджанские военнослужащие были среди последних военнослужащих в составе сил коалиции, которые покинули Афганистан. И, конечно же, это очень ценный опыт совместной работы. Сегодня мы также обсуждали наши будущие планы по поводу сотрудничества. Азербайджан участвует в военной подготовке, проводимой НАТО в то же самое время, вместе с активным и ведущим членом НАТО, с Турцией. Мы провели только в течение этого года уже 7 учений, и это служит делу мира и стабильности в регионе. Мы также вместе с генеральным секретарем обсудили ситуацию после окончания войны на Южном Кавказе. Азербайджан привержен делу мира, стабильности и предсказуемости. И наши усилия направлены на то, чтобы свести к минимуму риски возникновения любой новой войны в регионе. С этой целью наилучший способ – это открыть каналы связи, создать активный диалог и также научиться, как жить по-соседски снова. Наша политика носит открытый характер, она направлена вперед. И я надеюсь, что при наличии доброй воли со стороны Армении мы сможем, как мы предлагаем, создавать мирное соглашение между двумя странами и положить конец враждебным действиям. Также вместе с генеральным секретарем мы обсудили вопросы энергетической безопасности в регионе. Я проинформировал господина генерального секретаря, что сегодня Азербайджан является надежным поставщиком природного газа 4 государствам-членам НАТО, членов НАТО. И я уверен, что в ближайшие годы их число может возрасти. Это также важно для региональной стабильности и безопасности, потому что энергетическая безопасность является частью национальной безопасности стран. В общем, мы очень довольны тому, что у нас такого высокого уровня взаимодействия с НАТО. И мы также очень высоко ценим, что в НАТО высоко ценят наши усилия. И мы будем продолжать прикладывать совместные усилия во благо региона и безопасности во всем мире. Спасибо. Спасибо за приглашение приехать сюда еще раз. Итак, Радио Свободная Европа.
Радио «Свободная Европа». Вопрос обоим. Начну с президента Алиева. Президент Алиев, вы упомянули отношения с Арменией. Один из вопросов – это Занзигорский коридор. Вы согласитесь на то, чтобы Армения осуществляла таможенный контроль в этом коридоре? И какие мысли у Азербайджана по этому поводу? И также у вас, вам предстоит встреча с господином Пашиняном и с господином Шарлем Мишелем сегодня вечером. У вас будет совместный ужин. И вы подпишете декларацию о сопряженности. Какого рода сопряженности вы говорите в отношениях с Арменией? И господин Столтенберг, российское официальное лицо сегодня заявило о моратории на ракеты средней дальности, РСД. Как вы считаете, это оливковая ветвь мира? Или же это возвращается к договору РСМД, от которого Россия отказалась? Так, Занзигорский коридор. Предложение открыть эту часть коммуникации в регионе отражено в трехсторонней декларации, которую подписали в прошлом году, 10 ноября, президенты России, премьер-министр Армении, я сам. Это своего рода обязательство для Армении обеспечить все необходимые объекты. Хотя это было непросто в течение более чем года сделать шаг вперед. На данном этапе мы достигли соглашения по созданию железнодорожной связи из Азербайджана через Армению в Нахичеванскую автономную республику, а также договорились о создании автомагистрали. Но точный маршрут автомагистрали пока еще не обсуждался. Это будет обсуждаться в будущем, и, конечно же, мы сегодня вечером это обсудим во время трехсторонней встречи, которую устраивает господин Шарль Мишель. Что касается правовых аспектов Занзигорского коридора, он должен быть таким же, как в Лачинском коридоре, потому что в трехстороннем заявлении четко говорится, что Азербайджан предоставляет безопасность и беспрепятственный доступ для контактов между Карабахом и Арменией, а Армения, в свою очередь, должна предоставить такой же беспрепятственный доступ и безопасность обеспечить для связи между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой. Сегодня в Лачинском коридоре нет никакого таможенного контроля, поэтому не должно быть никакого таможенного контроля в Занзигорском коридоре. Если Армения будет настаивать на введении таможенных объектов для таможенного контроля над грузом и над людьми, то тогда мы будем настаивать на том, чтобы так же было и в Лачинском коридоре. Это только логично. Но решение должна принять Армения. Мы готовы поддержать оба варианта. Либо нет таможенного контроля в обоих коридорах, либо если есть таможенный контроль, то он в обоих коридорах. Что касается сопряженности, это прекрасная возможность для всего региона интегрировать региональные транспортные связи. Потому что Занзигорский коридор, он не только для нас, чтобы получить доступ к Нахичеванской автономной республике, но также и для Армении, чтобы получить уже железнодорожные связи с Ираном через Нахичеванскую автономную республику. То есть Армения получает железнодорожные контакты через территорию Азербайджана с Россией, а сегодня нет такой железнодорожной ветки, которая бы связывала Армению и Россию. Так что в духе положительного настроя во всем регионе мы считаем, что выигрыши останутся все. И нужно оценить эту возможность. И это очень важно, чтобы должным образом оценились эти возможности. И тогда мы сможем уже вместе планировать наше мирное будущее. Но опять-таки, мы уже сделали несколько заявлений, что мы хотим положить конец враждебным действиям и работать над созданием соглашения о мире. Сегодняшняя встреча с господином Пашиняном и с Шарлем Мишелем как раз прояснит многие вопросы. По поводу ракет. В течение многих лет у нас были запрещены любые ракеты средней дальности. И любое оружие средней дальности, этому был посвящен РСМД, который в 1987 году был подписан. Но сейчас мы увидели крах этого договора, потому что Россия нарушила договор, развернув новые ракеты средней дальности, которые могут нести ядерные боеголовки, делать в Европе в течение многих лет они это делали. И это привело к краху договора, который запрещал любое вооружение средней дальности. Предложение со стороны России по поводу моратория не вызывает доверия, потому что у нас был запрет. Но Россия нарушила этот запрет. И если только Россия не может проверяемым образом уничтожить все свои ракеты ССЦ-8, а это как раз те ракеты, которые нарушили РСМД, то мы не можем доверять, когда предлагается мораторий на то, что
они не прекратили развертывать. У НАТО нет никаких намерений зеркально отражать то, что делает Россия. Мы не намерены развертывать ракеты, способные нести ядерные боеголовки в Европе. Мы продолжаем оставаться готовыми к диалогу с Россией. Мы считаем, что нам нужен механизм контроля над вооружениями, мы должны к нему подключиться, чтобы предотвратить новую гонку вооружений. Но это предлагаемый мораторий не вызывает доверия, потому что Россия должна доказать, что они свернули и уничтожили те ракеты, которые привели к краху договора, который запрещал любые вооружения средней дальности в Европе. Итак, у нас время для второго вопроса. Азербайджанское новостное агентство. Магар Сеидов. Я из Азербайджанского государственного информационного агентства. У меня вопрос к господину Солтенбергу. После победы во Второй Карабахской войне Азербайджан, как страна-победитель, неоднократно предлагал Армении создать мирное соглашение на основе признания территориальной целостности и суверенитета. Но, к сожалению, до сих пор Армения избегала ответов на этот призыв. У меня такой вопрос. С учетом развития отношений между Арменией и НАТО, какую роль может сыграть НАТО для того, чтобы убедить Армению подписать мирное соглашение с Азербайджаном? Спасибо. Прежде всего, мы приветствуем тот факт, что закончились враждебные действия и что было заключено соглашение, которое прекратило боевые действия. Во-вторых, мы убеждены, что важно продолжать нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией. И НАТО поддерживает усилия, направленные на нормализацию и установление диалога между Азербайджаном и Арменией. И мы с президентом обсудили эти вопросы подробно в ходе нашей встречи сегодня. Я также приветствую то, что будет трехсторонняя встреча сегодня во второй половине дня. И я также хочу подчеркнуть, что диалог продолжается, нормализация развивается в правильном направлении. И важно то, чтобы мы избегали те действия, которые приведут к возобновлению насилия. А нерешенные вопросы должны быть урегулированы посредством дипломатических средств. НАТО не принимает чью-либо сторону, потому что Азербайджан наш ценный партнер, но также и Армения наш ценный партнер. Поэтому мы поддерживаем дипломатические усилия, мы поддерживаем трехсторонние усилия, и мы также выступаем в поддержку нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Спасибо. На этом мы завершили нашу пресс-конференцию. Спасибо.